я не случайно написал, что война заканчивается. Все, все знаки. У меня нет точных сведений, мне Байден тут не позвонил, я не встречаюсь с сенаторами. Я общую обстановку оцениваю с точки зрения правильного вывода. Приготовьтесь к неприятным сообщениям с переговором. Единственным приятным здесь будет, что летать ракеты, наверное, перестанут. Боевые действия и гибель военнослужащих остановятся. Разрушение домов остановится. И вот эта часть, главная. А что там кто-то политически просчитался, потерял лицо или потеряет рейтинг. Ну, это все его проблемы. Надо было думать 5 лет назад, 4 года назад. Надо было даже думать тогда, когда принимал решение идти в президенты.